Короче, всем приветики, я буду озвучивать через капкут, потому что у меня что-то со звуком было плохо, поэтому озвучка не удалась. Вот так, короче. Не обращайте на мою грязную футболку внимания, просто я надела то, что у меня было под рукой. Это, короче, в основном-то такое длинное видео получилось. Я думала, оно будет минут на 6, на 5. Но нет, оказалось не настолько. В этом видео я бы вам хотела сделать обзор на свои покупочки из магазина Zoozavr. Еще раз повторюсь, магазин Zoozavr. То есть я не знаю, почему Zoozavr. Почему именно этот динозавр? Я не знаю, почему. Может, в дальнейшем я себе куплю камеру и куплю микрофон, но пока что сейчас я не хочу этим заниматься, потому что в основном я снимаю только в лайк, но никак не в YouTube, но решила вот для вас снять обзорчик. Я купила достаточно мало вещей, поэтому обзор, наверное, будет не таким интересным, но я рассказывать буду много чего. Короче, ладно, мы поехали! Я не знаю, как сделать видео более интересным, но, может, в процессе я буду кое о чем рассказывать. Хотела бы вам в самом начале рассказать, что у нас есть свой телеграм-канал, а также лайк-аккаунт. Поэтому я советую вам на них подписаться, ведь в лайке мы активные, в телеграме мы активные. Поэтому, короче, подпишитесь, но просто в ютубе мы активничаем не сильно. Итак, наш первый товар, сейчас я его достану, короче, здесь я показываю мешок, где у нас все вещи, да, доставим первый товар, это у нас корм, да, вот такой корм у нас, это корма, я забыла, как называется корм. Фармина это корм, короче, вот, Фармина мини, он со вкусом черники или что-то, я не помню, короче, что-то мясо и какой-то черники, вот так вот. Корм, если честно, хороший, он премиум, я надеюсь, премиум. И чтобы собака его хотя бы ела, потому что он стоит, 800 грамм, 1000 рублей, да, что я только не понимаю, ну ладно. Короче, вот такой классный корм, мы будем половину его переводиться, вот так. Вот все, короче, круто, вот читайте состав, я не знаю, как вы прочитаете, ну, короче, если что, перелистнете, если вам надо вообще будет. Короче, вот весь этот корм. Ну, вот так вот. Короче, круто вообще. Ну, почему же я решила записать обзор? Потому что мне просто стало скучно. А если в телеграм-канале я записала небольшой кружок, мне было бы тоже скучновато его записывать, потому что это будет очень быстро. Так, и наш второй товар. Вот такие лакомства. Лакомства у нас палочки... говяжьи вроде, нет, не говяжьи, блин, я забыла какие-то, короче, сейчас я вам покажу, просто я сейчас не могу это сказать вам, сейчас я покажу, что это за палочки, я, если честно, они пахнут прекрасно, вообще, фирма тоже нормально хорошая, в принципе, они дешевые, ну, не прям, что дешевые, но они по приемлемой цене, то есть их можно купить нормально, а вот, они, короче, из ягненка, это трубочки из ягненка, они пахнут, как вам сказать, кормом рыбы. То есть, как вот вы кормите там кого рыбы, вот рыбьим кормом пахнет очень. Ну, и чуть-чуть, то есть, чуть, ну, не прям сильно, но 50/50, и вот так вот, короче. Я их сейчас буду открывать для собакина. Сейчас будем их открывать, посмотрим, как с ними, что вообще делать. Они, если честно, большие, да. Мне они понравились тем, что они и дешевые, и хорошие. Мне состав, в принципе, угодил. Поэтому будем делать вот так все. Открываем. Достаем. Хоп. Сейчас буду я удивляться, почему там в 10 раз упакована запаковка, короче. Вот так, короче, все у нас круто. Отрезаем. Тринк-тринк-тринк-тринк-тринк. Пум. Отрезали. Сейчас будем доставать. Выбираю самую красивую трубочку. А, хоп. Сейчас я достану, и их получится две. Сейчас я удивлюсь. А, удивляемся. Они склеены друг к другу. Я, конечно, их разломала. Я не знаю, почему так получилось. Видимо, приготовки или
когда их расфасовывали. Ну, короче, они пахнут прикольно, и они 50 на 50, типа, отвратительно и вкусно. Я не понимаю, я их чуть сама не съела. Мне не понравились, как они выглядят. Они еще похожи на обычную палку. Ну, короче, вот так все круто, да. Я их там чуть не сожрала, но, короче, я не стала. Я хотела попробовать, но я не стала, потому что я не дура. Ну, короче, вот такие. Сейчас будем давать пробовать собаки. Я пытаюсь еще впихнуть кадр, потому что я хочу показать, как она их жрет. Сейчас посмотрим, как она их жрет. Вот так она их жрет. Собака жрет. Жрет собака. Ням. Короче, она взяла все. Она пошла, короче, есть к себе в логово. Да. Вот она их ест. Я ставлю 10 из 10. Следующий товар. Ну ладно, пока что не следующий товар. Вот фирма я вам, короче, показала. Следующий товар у нас будет. Интересно, какой? Я уже сама забыла, если честно, что за товар будет следующий. Все вспомнила. Сейчас вы, короче, увидите следующий товар. Тянуть не буду. Сейчас все увидите. Кстати, тут я удивлялась, типа, что она сначала их не ела, потом снова ела. Короче, вот так вот. Думаю, они вам понравятся. Покупайте, короче, заказывайте, что там хотите. Итак, третий товар — это... Угадайте, что это такое? Подсказка. Сами увидите. Короче, это кликер. Я не знаю, он стоил как-то подороже, я не знаю. То есть я вообще покупала еще один кликер, у меня был розовый кликер, я им не пользовалась. В нем был кликер и свисток. А в этом просто кликер. Но тот, который я покупала, у него не было ни резиночки, то есть его нельзя было надеть на руку. Но этот он классный, но я хотела другой цвет, но там не было других цветов, поэтому пришлось взять только красный, очень жалко. Ну и вообще, я думаю, мне кликер так-то не пригодится, потому что что? Потому что я ими просто не пользовалась ни разу, я не знаю, как собаку вообще к нему приучить, тем более мне, как все говорят, то, что это для того, чтобы вкусняшки, заменять. Я не знаю, для чего вообще. Короче, буду пробовать учить собаку на него вообще, да. Здесь я его пожмякала. Собака вообще на него не реагировала, потому что она жрала вкусняшку. Классно, мне товар понравился. Но он не стоит своих денег. Вообще он не стоит своих денег. Потому что я покупала немного дешевле розового цвета. Там было, то есть целая расцветка была. Он был... красного, там... Ну, тоже красный там был. Там был синий, но я купила розовый. И там был еще свисток. Здесь резинка классная тем, что я ее надела потом на шею, и, на шее он на мне выглядел. Я просто его сняла, и он не растянулся, то есть он остался в той же форме. Это очень классно, товар прикольный, поэтому я вам советую, если что, покупайте. Вот так вот. Я вас тоже не буду задерживать, поэтому приступим дальше. Итак, наш следующий товар — это вот такой канат. Я думаю, он у многих есть. Я его купила вообще за 100. 100 рублей просто за такое вообще круто. Я думаю, что такая цена только в зоозавре, потому что я ходила в остальные зоомагазины, и этот канатик там стоил подороже. Не сильно, но подороже. Канатик, мне не нравится в нем то... Вот я вообще не люблю канаты тем, вот эти вот, которые у них нитки вот эти торчат. Потому что для меня это как опасно для собаки, я не так их люблю. То есть не люблю, когда собака их трогает, прям вообще их нужно, наверное, стирать перед использованием именно канатики, где есть канатики. Потому что я его потрясла, здесь я вообще волос нашла, кстати. Вот волос какой-то блондинки, я вообще выкинула. Я их потрясла, канатики эти, из них просто вот пушинки эти выпадают какие-то. Потом я снова его взяла, еще раз вот распотрошила его только что, и просто из него нитки посыпались, не прям, конечно, много, но потом там полетали всякие фигнюшки, что там полетало, пушинки, вокруг меня летали, они попали мне в глаза, мне было очень неприятно, но я думаю, их просто нужно постирать. Потому что, это не дело, что потом с собакой делать, когда она проглотит нитку. Поэтому я его, скорее всего, постираю, если у меня не получится убрать это и избавиться от этого. Я не знаю, что я буду делать, я просто не буду собаке давать играть с ним. Посмотрим в дальнейшем. Итак, наш следующий товар — это вот такая вот штучка. Это, петух такой. Это, кстати, последний товар. Да. Это такая штучка. Он очень из хорошей ткани.
Он прекрасно сделан, стоит 500 рублей почти. Но мне кажется, он столько стоит, потому что у него очень прочная ткань. Очень прочная ткань. Прям вообще, мне прям понравилась ткань. Короче, топчик, 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 топ. Ну вот так. Куда, куда, куда? Если ты не подпишешься на канал, я тебя сожру в 3 часа ночи. Подпишись на канал, иначе я тебя сожру. Кру-кру-кру. Куда, куда, куда? Ну, а это я такая не понял, что типа произошло. Короче, продолжаем обзор снова. Вот эти вот крылышки, все вот это проработано, очень хорошая ткань. Мне очень понравилось все. Внутри еще у нее есть пищалочка. Она хорошо, кстати, пищит. Сейчас вам покажу, как она пищит. Вот. А, нет, я не покажу, как вам она пищит. Короче, покажу потом как-нибудь. Но... Я, короче, не знаю. И здесь я снова начала чихать, потому что из-за прошлого канатика все это произошло. Тут, кстати, тоже есть канатик. Я его тоже начала проверять. Он почти точно такой же. От него тоже летели всякие дымки. Вот, вы как раз-таки это увидели. Я думаю, вы этого заметили. Все вот это вы заметили. Вот, я думаю, вы тоже после стирки с ним все будет в порядке. Еще, кстати, я тоже не буду ваше время задерживать, поэтому расскажу сразу. У него вот этот вот чубчик наверху, у него, короче, есть, что вам сказать, что у него есть. Ну, короче, у него тоже там нитки торчат. И не знаю, почему так, вроде товар хороший. Я даже вообще этого не заметила, если честно, там, когда покупала. Ну, ладно, думаю, при стирке все это уйдет. Ну вот, хохолок этот красный, блин. Короче, пипец. Ну, я думаю, все будет окей. Ну что ж, на этом наши товары закончились. Сегодня я вам показала два вот таких вот прикольных игрушки. Кликер, карман и вкусняшки. Мне все товары очень понравились, но не прям. Я не скажу то, что прям восхищаюсь ими. Они не самые прекрасные в моей жизни. Я видела и намного лучше. Но, как по мне, они прикольные. Спасибо всем, кто смотрел мое видео, спасибо за просмотр, лайкайте видео, короче, лайкайте, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на наш ютуб-канал, на наш лайк. Я жду, чтобы вы подписались на наши телеграмы, наши лайки, наши, все, короче, все каналы, потому что я очень стараюсь, снимаю для вас видео и стараюсь быть активной. Спасибо всем, что вы посмотрели мой видео. Спасибо за поддержку, кто меня поддерживает, отправляет суперлайки. Ну, я скажу вам всем пока-пока. Желаю вам всем удачи, жду ваши подписочки. Thank you.